Какая красивая птица. Верни ее. Она принадлежит мне. Как ее зовут? Аминиус. Да как великий герой, который выгнал римлян из страны. Ну да, теперь верни ее сюда, мальчик. Кого ты мальчиком назвал, мальчик? Я брат короля. Я просто людина, как хочу, так и называю. О, ты слышал? Что? Что-что? Он говорит, что я человек непростой. Я укротитель стихий и огня. Вот так и называй меня. Попробуем снова? Хватит заниматься глупостями, Эрик. Отдай ястреба и пойдем. Быстро! Я надеялся, что ты не сдашься так легко. Я тебе новый сделаю.